Дарья из Франкфурта спрашивает: каббалист может контролировать местонахождение своих мыслей, удалять вредные, привлекать полезные, удерживать и развивать нужные? Обязательно. Это и есть наша работа. Мы все время работаем с мыслями и с намерениями, желаниями. Мы ощущаем систему, в которой мы находимся, в которой находится все человечество, каждый из вас, из нас, из всех, каким образом мы взаимосвязаны между собой, как все единые части природы, вместе еще и с животной природой, и растительной, и неживой. И таким образом, ощущая всю эту систему, вокруг которой существует свет, высший свет Творца, мы начинаем понимать, что же самое оптимальное для развития этой системы. И поэтому наши действия уже становятся не просто хаотичными, они становятся четко направленными на правильное развитие этой системы, для того, чтобы привести ее в такое состояние, чтобы она могла оптимально соответствовать тому свету, который находится вокруг нее. Каждый раз еще оптимальнее, еще лучше подгонять себя и таким образом приходить к состоянию, когда каждый раз, когда в этой системе нашей возникает новый эгоизм, он поднимается изнутри, еще от разбиения души в прошлом, то мы каждый раз можем его немедленно исправить и подогнать под равенство окружающему свету. И тогда мы будем находиться в абсолютном покое, в абсолютном гомеостазе. То есть, когда вы говорите, мы можем исправить, мы должны, это направление моих мыслей именно туда. Это да. И есть направление мыслей. Да. То есть, мысли, действия. Но никто не заставляет. Мы должны просто это увидеть, ощутить необходимость в этом. И тогда с удовольствием это будем делать. И будем видеть, какое благо мы при этом несем себе и другим.